Тестовый режим заканчивается. С 1 декабря в центре Чебоксар в полную силу начинают работать платные парковки. Это означает, что теперь тех, кто простоит больше 30 бесплатных минут и не заплатит, будут штрафовать. Сумма штрафа по данному виду административного правонарушения – 2000 рублей. Напомним, платная парковка стала в 4 зонах. Это площадка перед железнодорожным вокзалом, у главпочтампа, на деловом проезде и улица Ленинградская от МФЦ до улицы Дзержинского. Причем по трем последним адресам в платном режиме парковки будут работать только с 8 утра и до 20 часов вечера. Соответственно, в это время каждые полчаса будут проезжать инспектора и фиксировать весь автотранспорт, который расположен в зонах этих платных парковок. Если будет на следующий день, после того, как проехал инспектор, будут сверяться данные по оплате. Если не будет оплаты по этим автотранспорту, соответственно, будет выноситься постановление о привлечении к административной ответственности. Тариф один из самых низких в стране – 30 рублей в час для легковых автомобилей, 60 для грузового транспорта и автобусов. Сейчас для оплаты парковки работают специальные паркоматы. В дальнейшем специалисты планируют внедрить мобильное приложение, сайт и даже разработать варианты оплаты с единой транспортной карты. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Андрей Шоклев. Республика.